уважительные коллеги. Салам алейкум. И уходите к выходу. Вот так не видно. Спасибо вам за то, что вы у нас есть. И, пожалуйста, в этот праздничный день Рамадана подарите нам свое прекрасное творчество. Будем крайне вам признательны. Ассаляму алейкум. Добрый день. Мы очень рады, что сегодня мы вместе с вами на этом празднике и хотели бы начать наше выступление произведением, которое называется и посвящено именам пророка, 25 имен пророка, которые упоминаются в Коране. Ассаляму алейкум. Области. И еще собираемся в Лаберса в сентябре, обязательно приглашенные города, приехать с концертами. И хотели бы исполнить песню, которую написали на слова Рената Аблянова, козрята нашего любимого. Он и поэт, замечательный. Песня называется «Священный Рамадан». А на экране вы увидите те города и тех людей, в которых мы побывали, и тех людей, с которыми мы подружились. И очень рады, что такие хорошие прошли концерты. Спасибо вам огромное.
Рахмет. Священный Рамадан. Сафиновне.
друзья, бессменный директор. Все, что вы видите на экране, в интернете, это все ее рук дело. Верхняя ручка. Благодарность выражается Шарафетдиновой Альфие Шамильевне за участие в организации благотворительных концертов в Московской области. Благодарность выражается Мухаммеджанову Нурье Абдулахановне. Благодарность выражается Хабибуллаевой Зульфие Тимирбековне. Благодарим вас. Вот кто-то на востоке это фотографию видит и скажет: татарский шейх. Рахмат Гюзор.